Записаться к врачу стало проще. По указу главы республики и Министерства здравоохранения в поликлиниках Якутии ведется плановая работа по автоматизации рабочего процесса для улучшения доступности и качества медицинской помощи. В том числе устраняют необходимость стоять в очереди. Существует несколько вариантов для записи к врачу: через интернет-сайт, региональный портал, с помощью приложения для смартфонов, через единый колл-центр, инфомат и терминал самозаписи, либо по телефону. При явке в поликлинику не нужно занимать очередь в регистратуру. Карточка уже будет у врача. Также в первой поликлинике Якутска некоторые анализы можно сдать до 5 часов вечера. На каждом этаже организован центр поддержки пациентов. В будущем в поликлинике отремонтируют санузлы и полностью запустят колл-центр.